На самом деле, тот потлатый волосатый человек, с которым я записывал предыдущие два раза, вот это, и вот это, офигеть, там по 400-200 тысяч лайков, он был не моим лучшим другом, хоть там ролик так и назывался, он мой старый лучший друг. Старый новый лучший друг? А вот это новый старый лучший друг, тоже потлатый, тоже волосатый. То есть в целом ничего не поменялось? Ничего не поменялось, что один волосатый, что другой волосатый, что третий потлатый. Но это третья серия Акинатора получается, и сегодня будет жестко. Потому что все предыдущие разы, что мы угадывали, там Марти, его, там 10-20 вопросов, мы угадали. Сегодня у нас моя мать. Та самая, про которую я всегда говорю в каждом ролике. Там мать моя женщина. Вот сегодня мы будем угадывать ее. И на самом деле я даже не знаю, есть ли она здесь или нет. Может, мы 30 минут просто провозимся и даже ничего не угадаем, но в этом-то и весь смысл. Как думаешь, если ее отгадывали, то больше хотя бы 100 раз? Конечно нет, мне кажется, если ее отгадывали, ну я ставлю 14. Настолько редко? Настолько редко. Погнали. Так а как ее угадать? Персонаж, ну не видеоблогер, вообще существует. Да. Не мужчина, мы же не моего папу отгадываем. Но могли бы. А следующий батя будет. Вот тут хороший вопрос, знает ли вас, то есть я... отгадываю от своего лица или от лица... От лица зрителя. Зрителя. То есть нет, не знаю. Откуда моя мать тебя знает? Мама. Мамочка. Ну, я слышал, как поет, но нет, вообще не певец. Я тоже. У вашего персонажа есть телефон? Да, да. 100%. Да, ну я помню, Samsung вроде какой-то, iPhone. Ваш персонаж русский? Частично. Ну как сказать? Но мама может на русском говорить? Ну да, но не русская. Но нет, тогда получается. И не в Америке живет, вообще. Ваш персонаж актер? Нет. А ты откуда знаешь, что маму мою знаешь? Но... А откуда ты знаешь? Может, она там актриса? А может быть, известная. О! Если у вашего персонажа дети? Вроде близко, но так далеко до истины. Ваш персонаж занимается политикой? Вот еще дальше стало. Ростовщик? Это кто? Это что-то из средних веков. Деньги занимал, по-моему, ростовщик, нет? Что-то такое. Могу обманывать. Фиг его знает. Или ростовщик из Ростова-на-Дону. Нет, прославился благодаря футболу, тоже не. Слушай, это прям вообще далеко, про меня даже ни одного вопроса не было. Ваш персонаж хорошо знает русский язык? Да. Продается ли ваш персонаж в супермаркете? Мы куда-то не туда свернули. У вашего персонажа вместо головы... И здесь эти скибиди-туалеты, господи, они везде. Везде эти камерамены. Нет, персонажа моего тоже не показывают по телевизору. Нафиг я это за... О! Ваш персонаж нет, из... Нет, не говори. Ваш персонаж из вашей семьи. Ну да, я отгадываю от твоего лица, поэтому ты не можешь мою маму знать. Так уже нет. Персонаж, мама тебя видела? Навряд ли. Ну, вряд ли она тебя видела. У этого персонажа есть дочь? Ну, почти. Только с другой стороны. Нет. Наоборот. Наоборот. Умеет ли ваш персонаж перемещаться в другие измерения? Ты вообще не туда пошел. Смотри, он там тужится, отгадывает. Есть ли у вашего персонажа взрослые дети? Да. О, она... Мама Влада А4. Лава. Чуть-чуть отгадал, но не туда. Чуть-чуть не туда. Продолжаем дальше. Знаком ли ваш персонаж Эдисон? Знаком, прям. А, вот я родился, сразу знакомы были с ней. С первого. Связан ли ваш персонаж с перцами? Да. Ну да. И у мамы же фамилия Перец, напрямую связан с перцами. Есть ли у вашего персонажа с... То есть, подожди, ты спрашиваешь, связан ли персонаж со мной, потом спрашиваешь про суперсилу? А где у него логика? Он до этого отгадал маму, да? Но другую. А4. А теперь он такой, суперсила есть? Вообще нет. У вашего персонажа японское имя? Нет! О, как? Как ты сделал выводы? Есть ли суперсила, японское имя, мама Виолетта, мама Эдита, тут еще и батю моего запихнули сюда. Слушай, я не ожидал, что это так быстро и непонятно будет. Он типа как-то вел Акаулкины куда-то в лес увел, такой, а, ну это мама. Вот тут один-два наводящих вопроса было, связан ли он со мной, связан ли он с перцами, сразу моя мама. Так, я сказал 14 раз. Посмотрим. Да. 4900! Ребят, вы дурные.
4978 раз. Как? Я думаю, ну а зачем маму мою отгадывать? А последний раз отгадывали вчера. 5000 раз отгадали? Я думал, это... Давай батю тогда. А подожди, они знают, как зовут маму, но я вроде... А, ну я Перец Эдуард Янович. Тут, ага, тут думать не надо. Дурачком надо быть, чтобы подумать, как же моего папу зовут. Ну забавно, что ты об этом на секундочку подумал. Алло? 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 Алло, слушаю. Светлана? Светлана? Да-да-да, слушаю. Нет, Светлана! Да, я тут, здравствуйте. В общем, Светочка, привет, давно не виделись. А, как ты думаешь, мы тут, вы в прямом эфире на передаче «Знает ли вас Акинатор?» И вот я тебе позвонил, моя любимая такая зайчка. А, как думаешь, знает ли тебя Акинатор? Ну, думаю, нет, а что, я не такая еще популярная. То есть нет смысла тебя отгадывать в Акинаторе, да? Не-не, есть, можно попробовать. Ну давай тогда, все хорошо. Я тебя не потревожил? Не-не-не, я кушаю. А, все хорошо, не подавись, приятного аппетита. Давай, люблю, целую, жду дома, давай. Да, спасибо. Давай, все. Отгадываем Свету, мою девушку. Если кто-то вдруг не знает, мы с ней недавно ролики записывали. Прям реальная девушка на канале последней серии выживания. Вот где-то здесь они. Светлана, значит. Я в шоке. Я не знал, что у тебя девушка есть. В смысле? Ваш персонаж женского пола? Ну как сказать? Ну да, 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 да. Ваш персонаж знает вас? Это опять вопрос. Я отгадываю от своего лица или... От лица подписчика. Тогда нет. Нет. Не знаю. А как Светка тебя может знать? И связана, так, да, с компьютерными играми. И с Майнкрафтом связан? Ну, конечно, связана. Ну ты... Ну извиняюсь. Светлана. Извиняюсь, ну читаю там. Света. Знаком ли ваш персонаж Эдисон Пэттис? Настолько близко знаком, что я еще никому об этом даже не рассказывал, насколько. Имя вашего персонажа состоит из 4 букв? Свет. Нет, там многовато. На, там. А если Света, Света это 5 букв. Нет. Ваш персонаж связан с голубями? Слушай, Натаха, вот ты даже сюда залезла. Вот, ну выйди. А если у вашего персонажа борода? Нет, нет. Ваш персонаж мышь. И это сюда. Стасик, же. Вот ты меня заколебываешь везде, где только можно. Ну, давай хотя бы не здесь. Имя вашего персонажа состоит из 3 букв? Не-не-не, там Светлана 8, а Света 5. Ваш персонаж обращает в камень? Кого? Это будет сложнее, я уверен, если маму 5000 раз нагадали, ну тут 14 реально. И имя вашего персонажа связано с едой? Светлана... Нет, со Светом связано. Ваш персонаж дружит с Эдди? Ну как дружит? Ну дружит же. Ну так, ну да, ну больше, чем дружба, я бы так сказал. Вашему персонажу больше 18? Ну да, как... ну да, ну... Да, ну, в твоем да. случае, в моем да. случае, да. Ваш персонаж девушка главного героя? Да, ваш персонаж снимается на видео со своим мужем. Слушай, это вопрос про тебя. Такое ощущение, что мы в мою сторону. Да, потому что мы его женщину отгадываем, а не мою. Нет. Нет. У вашего персонажа необычное имя. Вполне обычное, приятное имя. Светлана. Светлана. Да, обычное. Не, ну красивое. Красивое. Красивое, но обычное. Имя вашего персонажа состоит из 5 букв. Светлана. Но Света из 5! Света. Ну, да, Света из 5. Из 5. Ваш персонаж связан с картошкой. Скорее, с тыквой. С тыквой связан с картошкой? Нет. Ваша персонаж зовут Мария. Вообще. Ну подожди, как можно? Мария Светлана. Ну вроде нет схожих букв. Мария Светлана. Только нет. По количеству. Только по количеству, нет. В имени вашего персонажа 2 слога. Светлана. Света. Ну, типа, ну... Ну, ее называют все Светлана, а не Света. Ну, да. Нет. Имя вашего персонажа состоит из 3 слог. Свет. Светлана. Да, Светлана. Да. Свет. Да. Ваш персонаж носит черную одежду. Да мы как все красную. Да, а когда ты про красную спросишь или про тыкву? Ваш персонаж занимается программированием? Нет. Ваш персонажа странное имя. Светлана. Я уже заплакать готов. Ваш персонаж любит голубей. Мы на второй круг вышли. Ты опять здесь, да? Есть ли у вашего персонажа золотые украшения? Нет, но появится на следующий день рождения.
Так, ты опять здесь, да? Опять. Но в мерче золотым фотка. Украшением. Золотым украшением мерч. Одобряю, молодец. Мерч, Натаха, да, но иди отсюда. Если у вашего персонажа пара. Да, ваш персонаж известен под названием животного. Нет. Светлана, нет. У вашего персонажа была свадьба в сериале? Ну... Типа, ну, возможно, частично. Ваш персонаж главный герой сериала? Нет. Нет. Есть ли вторая половинка вашего персонажа? Да! Ну, если персонаж венок из цветов, а я еще хоронить буду, зачем ей венок? Любит ваш персонаж носить платье? Да. Вышли туда, куда надо. Да! Ваш персонаж мертв. Свернули с дорожки. Так, может, я что-то не знаю, я и звонил 5 минут назад. Может, ее там сбила машина, но нет. Я думаю, это самбука. Сериала «Дым». О ком вы думаете? Получается, он не отгадал, раз спрашивает. Светлана. Моя любовь, надо написать. Возлюбленная Эдисона из сериала «Выживание». Будущая жена. Браво, вы победили меня. Конечно. То есть, получается, маму отгадали, Свету не отгадали. Может, еще раз? Или оставить вот им, пускай они сейчас попытаются ее отгадать. Светлану? Светлану. Надо на хорошей ноте заканчивать. Алло, Светлана. А, да, я тут, здравствуйте. У меня для тебя плохие новости. Какие? Мы попытались тебя отгадать, но ты девушка-загадка, и Акинатор не смог это сделать, поэтому я оставил этот челлендж для подписчиков. Ну это жаль. Ну это же хорошо, ты же скрываешь меня. Да, да, ну так ты и лицо свое не показываешь, про тебя никто не знает, даже подписчики пока. Да, да. Да. Так и должно быть, все правильно. Кстати, тебя там случайно машина не сбивала? Что? Ну, Акинатор спросил просто, мертва ты или нет. Вот уточняю. Все хорошо? Нет, я жива, здорова. Ну, если умрешь, ты перезвони, скажи, чтобы я все знал. Хорошо, хорошо, обязательно. Я целую. Давай, целую. Целую, я тебя целую. Все, давай. Жду дома. Давай. Давай. Не задерживайся. Угу. И приходи живая. Давай. Ну вот так вот. Семейная жизнь. Расстроил ты ее, конечно. Застроил. Ну, она меня расстроила, когда узнал, что она умерла, а потом воскресла. Но зато маму угадали. Это самое. Мама важнее, чем Светлана. Мама самая главная. Мама самая главная. А Светка? Светка-то и другая, может. Светка и другая, а мама одна. А тут, кстати, с моим прошлым старым другом, но мы с ним уже не дружим, поэтому там не смотри. А вот тут ролик со Светланой. У него на лице. Вот со Светланой можно ролик посмотреть, пока она не умерла.